Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Светлана Кондрашова, директор спортивно-оздоровительного центра «Сатри». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, с наступившим Новым годом вас. И вот в связи с этим хотелось бы мне вот сегодня с вами поговорить на тему того, как нам оставаться красивыми, здоровыми, спортивными, без лишних килограммов вот в связи с многочисленными новогодними праздниками. Вот давайте начнем сначала. В общем, Новый год наступил. Все мы его замечательно отметили, да, все мы наелись салатов, напились, вот тоже чего только могли. Как с этим быть дальше? Ну, самое главное, наверное, это не тянуть, потому что многие, как вы знаете, как размышляют, ну, ладно, пройдут новогодние праздники, и тогда я пойду в спортзал. А когда уже, знаете, прошло 2 недели, то каждый день по килограмму, это уже сложно уже, знаете, как-то бы все это скидывать. Поэтому я советую, начинать нужно сразу, прям с 31 числа, спланировать, во-первых, чем вы будете заниматься. Наверное, вспомнить своих детей, подвижные игры, какие-то мероприятия, общение с друзьями. То есть мотивировать себе вот именно общением, потому что, ну, как бы, я считаю, что еда – это не самое главное, правильно? Это, конечно, одна из радостей, но самая главная радость должна быть – это общение с вашими родными, что вы можете побыть дома, что вы можете позволить себе какие-то процедуры, съездить на лыжные прогулки, пообщаться с теми людьми, которых вы долго не видели. И вот если вы все это спланируете, смотивируете себя, то я думаю, что лишних килограмм не будет. Даже можно похудеть. Тем не менее, все мы обычно много готовим на Новый год, да, все это остается, и все это мы начинаем есть, уже не лезет, а мы все равно все это едим, да, вот на протяжении всех праздников. Мы пьем то, что у нас тоже стоит, мы ходим в гости, и, казалось бы, ну, зовут в гости, не откажешь тоже, да, и обязательно там опять тоже надо есть, пить, вот как с этим бороться? Ну вот, ну, во-первых, мы никому ничего не должны, ничего мы не должны есть и пить, да, как бы мы должны радости испытывать всего от того, что у нас есть. Поэтому я считаю, что нужно просто планировать свой рацион и от этого получать удовольствие. Ну, например, я пробовала, и мне очень понравилось. Как-то вот был такой Новый год, и я даже похудела. То есть, и мне было так хорошо, я такая отдохнувшая, пришла с новыми силами на работу. Вот сейчас учу своих девочек на пилатес этому. Вот прям только буквально вчера был у нас разговор. И я говорю: девчонки, вот вы посмотрите, что у нас на столе. Вы просто можете выбрать то, что полезно. То есть, наверное, заместо колбасы какой-то кусочек говядины, заместо, естественно, салат с майонезом категорически прям все это. Как вот представьте, что там, что такое страшное находится, червяки ползают. Я, может быть, это как звучит не очень, но я думаю, помогает, помогает. Короче, салатики такие, знаете, зелени побольше. Заместо хлебушек можно в листочки салатика завернуть какой-то кусочек семки, какой-то рыбки. И очень легко, хорошо и не калорийно. Ну и главное, наверное, во всем знать меру, да? Ну да, и насчет алкоголя вот я хочу отдельно сказать. То есть, естественно, алкоголь повышает аппетит, сразу жиры усваиваются, все усваивается очень хорошо. То есть я советую сухое вино разбавлять хорошо водой, простой водой, даже не минеральной. И вы знаете, и очень даже приятно, вкусно, и вы не напьетесь, как бы будет все так, как должно быть, в меру, все в меру, постепенно, постоянно, любимый мой девиз, поэтому не нужно фанатично на все смотреть. Света, ну вот помимо того, что вы директор спортивного центра, вы еще и тренер по фитнесу, да? Да. А вот тренеры – это, наверное, вообще такие люди, для которых и в новогодние праздники спортивные центры открыты, двери настежь, да? Как вот сами ходите заниматься в праздники? Ну, конечно. Ну, вы, наверное, с Наташей меня понимаете, потому что сама спортсменка, я знаю. Вот, поэтому мы же относимся к этому не как мы должны, да? А мы просто без этого не можем. Мы просто не представляем. И когда меня спрашивают, там вопрос задают, а как вы сами, как вы себя настраиваетесь? Да никак. Я просто без этого жить не могу. То есть я вообще не понимаю этих людей, которые вот сидят, знаете, и тупо там просто сидят, да, вот, я не представляю. То есть мне, естественно, у меня уже будет без движения 3 дня, мне просто будет плохо. То есть я пойду в спортзал, я просто вот похожу на дорожке, сделаю какие-то упражнения элементарные. Ну, то есть это нормально, это образ жизни, это нормальный образ жизни для меня.
Вот, поэтому у нас 3 числа уже спортивный зал открыт. То есть для таких не все же. Сейчас вообще модно здоровый образ жизни. Сейчас все себя мотивируют чем-то. От этого испытывают такой же, вы знаете, ну, сама Наталья, знаешь, испытывает такой же кайф, как, например, от выпитого алкоголя, сходить в клуб какой-нибудь потанцевать. Многие испытывают такое же удовольствие сходить в спортзал. И это поймет мне только тот человек, который всю жизнь этому посвятил. Так что с 3 числа мы ждем вас. А вот уже многолетний опыт вот показывает что? Что с каждым годом, может быть, становится все больше любителей спорта или, наоборот, меньше? Вот нет, как? Очень радует мне статистика, потому что настолько люди сейчас полюбили себя, настолько это стало вот не то, что модно, это образ жизни, это здоровый образ жизни. Все занимаются собой, все понимают, все даже уже не надо объяснять про питание, элементарные вещи, все знают, что есть, как есть, почему это вредно. То есть распустить себе может каждый человек. И в основном, конечно, сейчас люди, как бы, смотрю, тянутся все к спорту, к здоровому образу жизни. Да не просто к спорту, а вот именно здоровый образ жизни. Посмотрите, сейчас и курить стали намного меньше, если проследить. Спортом занимаются практически все. Если раньше там процентов 10 населения, сейчас уже процентов 60 точно занимаются спортом. А вот женщины, мужчины, по большей части, как считаете? Одинаково. Не могу такого прямо сказать, что одинаково. Сейчас мужчины, мне кажется, даже иногда, знаете, вы заметили в компании, сейчас вот будет Новый год, что женщины будут выпивать, а мужчины не будут как раз фанатеть спортзалом. И таких очень много на моем примере. Ну нет, вот у женщин мотивация понятна, да, худеть-худеть к Новому году, влезть в платье, потом можно себе что-то позволить, потом опять худеть-худеть там к 8 марта, да, потом опять что-то себе позволить. Но эта статистика тоже такая есть. Да, да, потом к лету. А у мужчин какая вот мотивация? Ну, я не знаю, у мужчин тоже такая же. Сейчас мужчины себе не меньше занимают своей внешностью и тоже хотят и влезть, и чтобы у них был виден красивый торс, и плечи, и рельеф. Вы знаете, мужчины себе не меньше сейчас любят, чем женщины. В общем, спорт – это жизнь для многих. Да, это жизнь. Света, еще такой вот у меня вопрос. Ну, как бы с фанатами спорта мы разобрались, да, что 3 января, двери открыты, в спортзале занимаемся. А вот если люди, например, никогда особого отношения к спорту не имели, да, вдруг вот тут вот в новогодние праздники нас с вами посмотрели, да, и новое, решили сказать, все, с Нового года, все, да, да, новый образ жизни. Да. Вот как здесь быть? Наверное, во-первых, надо очень аккуратно, да, вот начинать. Да. Особенно после праздника, после вот этого вот расслабленного состояния организма. Да, резко, конечно, ничего нельзя. Я еще раз повторю, что постепенство и постоянство – это залог успеха. Нужно, естественно, немножечко подождать после праздников, да, то есть все-таки. Вот, и приходить в спортзал постепенно. Нужно начинать с маленькой нагрузки. Вам всегда должен помочь тренер, потому что просто так многие приходят, начинают бездумно там на беговую дорожку и вперед побежали, и сразу много. Потом организм как бы выявляет им вот эту стрессовую ситуацию и сопротивляется. Потом уже никуда не хочется. Вот этого я не советую. Я советую обязательно посоветоваться с тренером. Сейчас во всех спортзалах, во всех абсолютно, есть все квалифицированные работники, которые вам дадут совет, как лучше начать тренировки, с какой нагрузки, сколько времени и на какой регулярности. Вот. И выбрать для себя, естественно, тот фитнес, который вам нравится. Может быть, вам и не нужно в спортзал. Может, вы будете на лыжах, сейчас зима, снег выпал. Может быть, вы будете заниматься там пилатесом, йогой. Попробовать, все попробовать. Понимаете, что для души подойдет ближе. Ну что ж, еще, наверное, главное, да, вот сейчас в новогодние праздники не ходить пьяными в спортзал. Да. Ой, ну таких, вы знаете, слава не богу, было такого, на моем, кстати, примере нет. Нет, нет, вот знаете, нет, никогда такого. Вот на моем примере, вот 25 лет я веду фитнес, и слава богу, вот люди приходят такие все родные, все свои, приходят действительно за тем, зачем они пришли. Вот иногда некоторые, конечно, потусоваться, потому что как бы модно, да, уже сходить в спортзал. Пришли, позанимались, а потом их неделю нет. И такие, ну, пьяных, слава богу, нет. Мы же спортсмены, люди ответственные. Да. Да, у нас другой контингент как бы общения. Ну что ж, Светлана, спасибо вам огромное. Еще раз вас с Новым годом. Всего самого-самого вам и спортивно-оздоровительному центру Сатри. Друзья, давайте заниматься спортом. Это была программа «7 минут». В гостях у меня была Светлана Кондрашова, директор спортивно-оздоровительного центра Сатри. Увидимся.